Владимир Жариков мечтает открыть риверс-клаб в Мытищах. По задумке мужчины, это будет база отдыха, где горожане смогут провести разнообразно свой досуг. Есть ли такая возможность и с чего начать? Он поинтересовался у главы Юлии Купецкой на выездной администрации. Мне нужны от вас хотя бы минимальные технические задания. То есть площадь – раз, да. Коммуникации – два. Да. На каком праве вы хотите? Потому что многие приходят и говорят, допустим, РНР нас не интересует вообще. Хотя нормальный формат работы, абсолютно нормальный формат работы. Говорят, мы только на основании договора аренды заходим. Мужчина впервые побывал на такой встрече и поделился, что подобный формат взаимодействия удобен и эффективен. Моментально я обратился с вопросом к приемной комиссии, да, или как регистрационному центру. Меня тут же направили к главе. Просто это из области фантастики. Но вот меня выслушали. Скорее всего, назначат рабочую группу через 2 недели. Именно с такой целью уже 2-й год в округе проходят подобные встречи с жителями. Глава округа и профильные заместители приезжают в социальные учреждения, чтобы выслушать интересующие вопросы горожан и помочь в их решении. Хотел сказать большое спасибо именно администрации за возможность такого формата общения. Вот у меня земельный имущественный вопрос. И я думаю, что сегодня на таком выездном совещании либо заместитель, либо глава администрации смогут мне помочь. В этот раз выездная администрация работала на улице Юбилейной в школе номер 27. Жители обратились по волнующим их вопросам. Они касались муниципальной собственности, жилищно-коммунального и земельного характера. У меня произошел казус по поводу моей земли. Обратился к Демиду Антону Павловичу. Вот. Значит, сейчас пока я, в общем-то, как бы довольна ответом, то, что человек достаточно серьезно подошел к этому вопросу, скажем так, и дал мне какую-то надежду, что у меня этот вопрос разрешится без суда. Выездная администрация стала традиционной формой работы в муниципалитетах. Она была введена по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Узнать, где пройдет следующая встреча, можно на сайте администрации и в социальных сетях. Екатерина Шарыпова, Денис Корнев, Первый Мытищинский.